Химках прошел увлекательный кулинарный мастер-класс. Бургерная «Краснодарский парень» открыла свои двери для юных гостей. Героем вечера стал большой бургер «Федор». Процесс приготовления гиганта показали профессиональные повара. Сегодня мастер-класс по сборке бургера «Федор», которого нет в меню. Он состоит из 4 говяжьих котлет, большого количества бекона и множество разных соусов. Сборка бургера – зрелище аппетитное. Гости мероприятия с нетерпением ждали дегустацию кулинарного шедевра. Бекон, котлета с чеддером, барбекю. На мастер-классе можно было не только понаблюдать за работой поваров, но и поучаствовать в процессе. Ребята с удовольствием собрали ингредиенты в аппетитное блюдо, а потом поделились впечатлениями. Как вообще обстановка здесь? Очень приятно, атмосферная. Хорошая атмосфера, да? Да. Я свои друзья твои тоже, вон, смотри, понравилось? Да, им все понравилось. Мастер-класс посетил муниципальный депутат Артур Каримов. Он пообщался с юными кулинарами и отметил, в бургерной не только вкусно готовят, но и регулярно проводят интерактивные программы. Я рад, что на территории городского округа есть такие предприниматели, которые могут с удовольствием угощать наших детей, проводить вот такие акции. Особо приятно, что краснодарский парень является членом торгово-промышленной палаты города Химки, и мы с ними взаимодействуем на всех мероприятиях городского округа. Мастер-класс по приготовлению бургера «Федор» пришелся по вкусу всем гостям. Такое блюдо – настоящее гастрономическое удовольствие для детей и взрослых. Особенно, когда приготовлено своими руками. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.